Дом в переулке Островского, 14А. Пятиэтажная кирпичная хрущевка. Дом ветхий. Вход в парадное выглядит удовлетворительно. Состояние асфальта во дворе оставляет желать лучшего. Собственно, двора-то как такового здесь и нет. Лишь узенькая площадка, на которой к тому же паркуют машины. Да пару полуразрушенных скамеек. В целом состояние дома можно считать удовлетворительным.